Приветствую вас, друзья, в игре Scam. С вами снова Роман. И видео, которое посвящаю очередному бункеру. Бункер под номером 19, который находится в квадрате B0. Я сейчас нахожусь около забора, за внешним периметром, около этого бункера. Ну и будем заходить, будем смотреть. Взорвался что-то там, видите, робот прошелся. Он, наверное, на взрывного зомби наступил. По традиции, сперва теория, а потом перейдем к практике. Итак, сперва теория. Вот схема бункера на ваших экранах. Вход со стороны восточного забора. Я сейчас нахожусь вот здесь, вот около этой вышки стою. Значит, здесь два способа попасть внутрь. Первый способ, ну, более или менее сложный. Это через главный вход. Значит, смотрите, вот здесь вот постройка, и заходим в бункер. И второй способ, это очень простой, зайти через второстепенный вход. Давайте посмотрим сперва на схему. Вот схема внутреннего устройства этого бункера. Вот второй уровень, если заходить через запасной вход-выход, сразу попадаем на второй уровень. Ну и вот он, второй уровень. Оружейная комната здесь всего лишь одна, на втором уровне, вот она. Здесь лестница, это вот первый уровень. Если заходить через главный вход, entrance, вот здесь мы заходим, ну вот сразу попадаем на первый уровень. Ну и посередине здесь такой большой зал, конференц-зал, что ли, ну это посмотрим. Теперь давайте посмотрим, как заходить, выходить. Ну, как я сказал, первый способ, он более сложный, второй самый простой. Первый более сложный, это вот здесь, вот снизу, я сейчас сижу около этого забора. Заходим снизу, вот здесь вот такой маленький сарайчик, ну, зданица. Робот ходит вот здесь. На восток, на запад, вот вдоль этой дороги. Дойти вот до этого домика. Дождаться, когда робот пойдет направо, и забегаем в бункер. Ну, времени достаточно, чтобы забежать и также выбежать. Второй способ, ну, самый простой, я буду им заходить сегодня. Это мы заходим со стороны запада. Вот здесь вот контейнеры стоят, два ангара. Заходим со стороны запада за контейнер, подходим вот к этому ангару. Робот здесь ходит вот с юга на север. Причем достаточно большая амплитуда его движений. Заходим, лутаем вот этот вот ангар. Здесь есть двери. Второй ангар, тут дверей нет. Но сбоку можно спрятаться. Вот этот тоже с полукруглой крышей ангар тоже можно лутануть. Короче, забегаем сперва вот в этот ангар. Ну, если вы хотите его лутать. Если нет, робот вот идет на север. И мы спокойненько, тут времени вполне достаточно. Забегаем вот в этот ангар. Прячемся там за створкой. И потом, когда робот, ну, опять сюда придет, и потом снова он уходит на север, спокойненько забегаем здесь, открываем и спускаемся по лестнице на второй этаж бункера. Здесь прям, ну, пешком можно пройти. Вот это вот самый простой способ. Через главный вход все-таки немножко тут, ну, опасно, потому что робот, ну, не так далеко ходит. В общем, это теория. Так, ну теперь давайте перейдем к практике. Я буду заходить через второстепенный вход. Так, у меня есть прибор ночного видения. Но я вам продемонстрирую то, что я сейчас вам в теории рассказал. Вот, робот уходит. Здесь нужно действовать быстро. Добежать вот до этого домика. Ну, в принципе, несложно. Достаточно времени тут хватает. Так, а дальше вот туда. Я вот сейчас не вижу, там дверь открыта или закрыта. В принципе, времени достаточно. Не закрыта дверь. Вот, видите, вот он разворачивается, и мы отсюда выбегаем. И все, и вот туда заходим внутрь. Вот такой способ. Выходить также будем. Так, там он, зомби уже среагировал. Но я покажу способ проще. Да, вот зомби пришел. Я покажу способ проще. Так, уходим вот этим же маршрутом.
так и пришли. Так, зомби чуть-чуть подранил. Но это не страшно. Можно здесь заходить и можно здесь выходить. Выходить, может быть, даже буду отсюда. Ну, посмотрим. Так, давайте я вам продемонстрирую способ, который гораздо проще, через запасной вход-выход. Вот здесь вот. Вот эти вот ангары белые, и заходить будем здесь. Так, робот, вот он ходит. Да, вот в этих ангарах, кстати, взрывные зомби. Но так как я тут уже давно подошел, они уже взорвались. Вот, видите, робот уходит. Ну, я буду лутать. Эти ангары тоже залутаю. Вон там стоит зомби. Сейчас мы его грохнем. У меня времени полно. Поэтому эти ангары я тоже залутаю. Единственное, что вот через вот эти вот щели робот может увидеть, поэтому здесь нужно аккуратно. Так, ну вот это вот все можно быстренько лутануть. Пусто. Здесь могут быть отвертки. Вот в таких ангарах. Гуриц, мешок цемента, но это нам не надо. Вот, слышите, пикает. Где-то взрывной зомби. Ну, это, наверное, в бункере. Сейчас взорвется. Военный компас. Запикал. Это, скорее всего, внутри бункера. Давайте я пока подожду, пусть он взорвется. Где-то пикает, слышите? Скорее всего, в самом бункере внизу. Пусть взорвется, потому что сейчас в темноте тут будет неприятно, если он откуда-то из темноты выбежит и подорвет меня. Также взрывной зомби может быть, вот, взорвался в правом ангаре, где вход в сам бункер запасной. Так, открываем. Идет робот. Ну, я сейчас еще вот тот вот с полукруглой крышей ангар лутану. А потом будем заходить в бункер. Вот здесь мне думается гораздо проще, чем через главный. Здесь просто робот подальше ходит, чем там. Вот сейчас сперва еще вот это лутанем. Потом будем заходить внутрь.
Обычно я когда в бункеры хожу, вот эти вот ангары на территории не лутаю. Вон зомби еще один лежит. Ну, сейчас времени полно, поэтому можно и... можно и лутануть. Нужно постоянно прислушиваться. Вот, видите, сюда не просто так зашел. Патроны для дробовика. А постоянно прислушиваться, чтобы не подошел другой игрок. Ну, пока место в рюкзаке есть, собираю даже вот такие вот маленькие патроны. Потом место не будет так вытянуть. Так, ну вроде бы все. Быстренько лутанул. Ну да. Ну теперь будем спускаться в сам бункер. Вот, вот этот вот ангар. Дверей у него нету, но за стеночкой можно спрятаться от робота. Вот он сейчас развернется, и мы побежим. Все, вот он развернулся, уходит. В принципе, тут времени достаточно, вот видите, пешком можно бегать. Здесь дверей нет, поэтому прежде чем забегать, сперва остановимся сюда, а вход вон там вон. Обратите внимание, там стоят, ну как бы такие, две железные штуковины с защитной сеткой. Казалось бы, можно за ними спрятаться, но на самом деле робот через них увидит, поэтому там за ними прятаться не нужно. Робот заметит, поэтому прячемся здесь. Все, вот он развернулся, и все, тут вот прям пешком можно идти, даже полутаться можно. Вот за этими штуковинами прятаться вот здесь вот от робота вы не спрячетесь, он заметит. Это я уже проверял. Все, спускаемся вниз. Закрываем. И спускаемся в сам бункер. Так, смотрим там вниз. Нет ли там других игроков подарков? Вроде бы чисто. Да. Все, ребятки, я внутри. Вот так вот. Видите, как просто. Ну и буду лутаться. Я попадаю сразу на второй уровень бункера. Я с центрального входа подошел, посмотрел, ну, вроде бы тихо. Вроде бы тихо. Зомби ходят. О, уже бьют меня даже. Прям у входа стоял. Там еще один. Буду лутаться. Сейчас как раз еще, кстати, будет перезагрузка сервера, так что я тут два раза лутанусь. Ну, а потом буду выходить. Посмотрим. Если рюкзака в руках не будет, поднимусь вот так же здесь, как выходил. АКС, вот, магазин возьмем. Если же в руках будет рюкзак, ну, тогда, наверное, через главный. Там через главный тоже можно выйти, вполне. Здесь просто проще. Берцы. Берцы я не буду брать. Так. Вот эта лестница на первый этаж.
Так, и вот здесь, по-моему, если я правильно спустился, вход. Да, вот он, вход. То есть, если вы заходите через главный вход, то вот вы здесь это делаете. Да, вот, слышите, там робот ходит. Ну, выходите, посмотрим, может быть, здесь выйду. Вон он, робот. Ну, выходим, вот как я и сказал, вон, видите, справа этот вагончик. Выходим и за вагончик. Все. Тут, в принципе, тоже времени достаточно. Так, ну что, я буду лутаться. И когда буду выходить, снова включу запись. Покажу, как выходить. Ну, в принципе, вы уже догадались, как я буду выходить. Вернее, я сказал, либо вот через этот вход, либо если ничего не будет у меня в руках, тогда там же, где спустился. В общем, буду выходить и снова включусь. Так, ну что же, ребятки, буду я выходить. Я вам скажу, что я в этом бункере заблудился, поэтому я буду выходить через центральный вход. Тут уже отрезались зомби. Я здесь уже, наверное, часа два. Ну, с учетом того, что был рестарт сервера. Ну вот, смотрите, что я тут нашел. Ну, замочков опять полным-полно. Военный колчан. Замочки, ножи. Броник, каску, очки ночного видения, пистолет, кобура. Ну, тут патроны, вот такую мину, кстати, нашел. Глушитель, магазины. Да, и автомат М16А4 нашел. Меч у меня сломался просто. Ножиком дерусь. Поэтому я потерял где-то на втором этаже выход. Ну, там можно бегать, но там это... Там эти зомби очень много. Там уже много зомбаков. Поэтому я, ребятки, буду вот здесь выходить. Много зомбаков. Мне их нечем бить, я уже дрался вон ножом. Искал там на втором этаже выход. Ну, короче, лабиринты тут. Вон уже день, я заходил-то ночью. Я говорю, часа два реального времени я тут. Так, я вот поставил тут свою мину. Мне бы на ней, на собственной мине, не подорваться. Вот, видите, как тут уходим. Сюда вот. И вот за этот ангарчик. Все. Сейчас робот развернется и уходим вон в дырку. Залутался по полной программе. Много там чего еще было, но я уже просто, мне некуда. Был бы у меня... Так, вот он уходит. И мы здесь текаем. Был бы у меня еще один рюкзак, было бы здорово. Я там много чего не брал, там были всякие... Ну, булавки вот эти вот, коробки я не брал, ножи там еще были, еще один броник был. Ну, некуда, просто некуда. Вот эти вот ангары бы сейчас снова сходить залутать. Ну, блин, все, полные под завязку. Большой бункер, я вам скажу. Два часа я тут провел. Бункер огромный. Так, ну что, я на этом заканчиваю. Ну вот, видели, как я зашел, как я вышел. Сложность 2 балла из 5 я дам. 2 балла из 5 этому бункеру. Все, ребятки, благодарю за внимание. И до следующих встреч. Не пропускайте наших с Аней приключений в игре Скам. Ну и, конечно же, будут обзоры оставшихся бункеров. Не пропустите. Всем пока и удачи!